ждали Антона с крыши, но такой туман, что мне кажется, он заблудился, пока спускается, как ежик в тумане. Но ты не заблудился, Антон, ты подошел поближе к дымящемуся глинтвейну и к тем людям, которые великолепно умеют его готовить. У нас в гостях Лиза Шатура и Алексей Вязников. Это люди, которые разбираются в глинтвейне. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, глинтвейн сегодня бывает безалкогольным, вот, да? И мы к нему обратиться решили Антон, сегодня. Мы сегодня готовим безалкогольный глинтвейн. А в основе у нас вишневый сок и фруктовый чай. Добавляем туда специи. Специи какие? Специи у нас корица, бадьян и гвоздика. Как выглядит бадьян? Бадьян? Бадьян. Вот такие вот штучки. Маленькая бадья бадьяна. Бадьян. Анис. Анис еще, да. А, это еще... А, вот я запах аниса. Запах ты сразу пальцы. Знаешь, такой есть напиток из аниса? Да, да, догадывался. Так, добавляем гвоздику. А вишневый сок может чем-то заменен быть еще каким-то другим? Ну, безалкогольным глинтвейном. Виноградный сок. Ну, на самом деле, можно, да, на любом соке приготовить. То есть даже яблочный, апельсиновый, это тоже будет глинтвейн? Да. Или есть какие-то вот ограничения? Ну, вообще классика, это, конечно, вишневый сок. Все, хорошо. Добавим свежие фрукты. У нас сегодня яблоки и апельсины. А, прям туда добавляем? Прям туда добавляем. Да, все верно. Фрукты тоже могут быть любые, зависит от фантазии человека, который готовит. На самом деле, да, ну, тоже по классике добавляются яблоки, либо лимоны и... Ой, сори. Яблоки и лимоны, либо апельсины. А могут быть сезонные фрукты, овощи? Можно добавить ягоды. Можно добавить ягоды. Дичка, ранетка, да, конечно. Капуста. Добавляем мед. Так, но что нужно сделать, чтобы он был теплым? Сейчас все расскажем. Так, что мы еще не добавили? Чайка. И фруктовый чай, да, все верно. А, вот, чай теплый. Вот, дома это все дело можно подогреть в кастрюльке, прямо на плите. Ну, у нас тут спартанские условия сегодня. Естественно. Поэтому мы с собой приволокли домашнюю кофемашину, чтобы это быстренько подогреть. Ну, кастрюлька, это кофемашина, да, Антон? Да. Так, шампочки. Так, сейчас будет брызгать горячий пар. Не подходит стакан. Может, это влезет стакан? Не, нормально. Ты держи, если только будете делать? Мы будем подогревать. Видел, такая штучка находится в стакане? А, ну да. Капучинатор. Когда ты сидишь с кем-то в кафе на деловой встрече, и только начинаешь говорить о каких-то суммах, рот шевелится, а не слышно. Угу. Сегодня капучинатор работает особенно тихо. Возможно, он еще не нагрелся. Капучинатор не подведи. Ну, дома, когда готовят глинтвейн, в основном же готовят сразу несколько человек, там, угостить домашних. Поэтому, конечно, проще в кастрюльке. Да, проще в кастрюльке все смешать, подогреть, немножечко прокипятить, и можно подавать. В принципе, это делается достаточно быстро, здесь никаких сложностей. Да, конечно, буквально там минут 10, максимум 15. Кроме того, что непонятно, где купить бадьян. Бадьян? Он везде продается? Да, много где на рынке продают, в специях. Так, можно? Пожалуйста. А он не горячий? Ну, не обожгись уж. Чувствуются тонкие нотки бадьяна? Толстые нотки бадьяна чувствуются, Антон. И сразу чувствуешь, что депрессия отступает. А это все на все вишневый сок. И уже работает. Так, мне на перчаточку. Какие еще напитки вот пользуются популярностью именно сейчас, кроме кофе? Сегодня, да, вам расскажем, да, сейчас такая погода, многие болеют, поэтому нужно, конечно же, пить полезные чаи как можно чаще. Чай мирный? Самый первый чай. Брусника. Это у нас брусника. Наверняка, может быть, у кого-то с бабушкиного огорода. Добавляем брусничку. Так. Угу. Брусника добавляем есть? Листья мяты. Мята и брусника, все, можно ничего больше не добавлять. Как же вода? Это все мы немножечко помнем. Но здесь, да, нужна особая температура, да, чтобы все полезные свойства не испарились. Ну, то есть не 100 градусов. Ну, в чайнике сколько? 80? 80-90. Ну, на самом деле, ягода, она же свежая, это же не варенье, поэтому я думаю, что все полезные свойства в ней как раз таки останутся. А, ну и далее. Выбираем любимый чай. Зеленый либо черный, вы какой будете? Да, можно просто кипяточком залить, это будет самое. Зеленый. Не слушайте человека. Ненасыщенно. Он пил напиток с бадьяном, ему не надо сейчас доверять. Не очень адекватен. Давайте, да, зеленый чай. Так. Зеленый. Сколько вот должно постоять, завариться? Чай заваривается, ну, зеленый, 2-3 минуты буквально. Есть у нас один общий знакомый, который у нас раньше здесь трудился. Вот он чай заваривал,
Он брал пакетик, окунал, видел, что цвет уже появился в воде. И все, и выбрасывал его. Вообще выбрасывал? Вообще. Или оставлял еще на несколько окунаний? Ну, он, да, мог подсушить еще оставить на вечер. Но вот суть в том, что вот он появился цвет, появился легкий вкус, если чай ароматизированный. Все, больше не надо. Гурман. Гурман. Чай можно в дальнейшем добавить либо сахар, либо мед. Но мед, конечно же, будет полезнее, поэтому мы добавим мед. Пока Елизавета добавляет мед, мы сейчас прервемся на коротенький рекламный сюжет, после чего будем пробовать свежий вкусный чай. И узнаем еще несколько секретов, для чего, например, банан здесь в упаковке. Все-таки, говорят, мы приготовим мой любимый имбирный чай, потому что брусничный чай, который так любит Антон, уже готов. Пожалуйста, ваш чай. Он еще очень сильно горячий. Обожаю горячий, так. Что у нас на очередь пахнет мятой? Ну, самый популярный чай, что если ты болеешь или не хочешь заболеть, обязательно нужно, конечно же, пить имбирный чай. То есть всегда? То есть всегда, да. Мы пьем всегда имбирный чай. Берем свежий имбирь. Просто режем кусочками, да, чистим? Режем кусочками, все верно. Добавляем примерно 30 грамм на чашечку. Так, ну столько хватит. Да, да. И лимончик. Дольки лимона. Тоже, конечно же, лучше все это промять, чтобы... Появился у нас сок. Специальным мятором. Давай. Прекрасно. Также при желании можно добавить мяту. Спасибо, за бадьян, спасибо. Чуть-чуть бадьяна. Так, там мед на очереди, не выпускаем. Да, добавляем мед. И бадьян. Ну и, конечно же, чай какой. Можно просто кипяточек добавить. Просто кипяточек? Да. Хорошо. Ты же пьешь уже свой брусничный зеленый чай. Я ему дам маленько подостыть. Давай. Роман решил натуральным вкусом наслаждаться. Сегодня просто кипяточек, теплая вода. Все. Мята тоже тебе положили? А мята кладется в имбирный чай, да? При желании, конечно, да. Ну, у Алексея было такое желание использовать всю мяту, которую он принес сегодня с собой. Больше такая меда. Да. Имбирь, мед, лимон. Ты сейчас авитаминизируешься. Я помолодею на 10 лет. На самом деле, такой чай заменяет все вот покупные порошки, лекарства. Намного лучше, полезней и натурально. Чем все. Чем все остальные, да. Попробуешь? Скажите, это ваши фирменные крышечки с носом и губами? Да, одни из. Тут, не знаю, видят наши зрители или нет. Это вот на самом деле выглядит так. Это вылито по слепку визы, как будто одиноких. Когда ты пьешь, ты вот целуешь мастера, который готовил тебе этот напиток. Нет, вот сюда промыл. Благодаря его. Ну давай, попробуй, а я тебе бадьяна добавлю. Посмотрим, сейчас заиграет бадьян у тебя в имбирном чай. Бадьян играет уже в двух кружках. Имбирный чай лучше пусть заварится минуток 5. Все, понял? Пусть постоит. Слушай, и какао еще же можно. Да, мы забываем все время про какао. Да. Кто когда-нибудь последний раз пил какао, вы вспомните. Есть люди, которые пьют какао очень часто, а есть люди, которые пили его в детском саду еще или в школе, в столовой. И забыли потом про него, когда выросли. Вот мы не забыли. Так. Ну, это отличается от того способа, как готовили в детском саду. Там была большая железная бадья. Можно, да, тоже. Точно так же приготовить дома в кастрюльке какао. Либо можно воспользоваться капучинатором. Ну, это, конечно, будет быстрее. Лиза, ну все привыкли, что какао – это порошочек из такой большой желтой банки или красной. Ты сыпешь в кружку, залил, размешал и все. Что у вас за какао? На самом деле неправильный такой способ приготовления. Какао, конечно, нужно сварить обязательно, чтобы он был вкусный, добавить сахар по вкусу. Тогда все будет супер. То есть прям варить в кастрюле надо? Или прям, да, немножечко тоже вскипятить. Естественно, убирать пенку, если она появится. И варится без молока, да? С молоком. Все готовится на молоке, да. То есть это, воды вообще вот не добавляют? Вот поэтому он такой невкусный получается, потому что берет и порошок, как и мои знания о какао потерпели крах. Мы сейчас приготовим наш фирменный какао. Украсим его еще всякими вкусняшками. А что это у вас за штучки, да, вот? Вот сейчас мимимишки. Алексей будет украшать и рассказывать. Можете попробовать. Так как скоро мы уже будем заканчивать, надо попробовать эту штучку. Угу. Что это? Печенька. Правильно. Это была печенька. Итак. Опа. Все, почти готово. Давайте посмотрим, как будет наливаться настоящее какао. Да, у нас. Мастер кофе эталон, то какао это кто? Мне кажется, какао все-таки оно. Ну и украшаем сверху нашими фирменными цветными сливками бирюзового цвета. Фирменные, потому что именно бирюзовый цвет вы любите? Ну конечно, мы любим бирюзовый, потом не видно.
Под цвет глаз. Медвежатки. И зефирки. Последний штрих и зефирки. Красота. Слушай, тут надо добраться еще до какао, до самого. Это будет сделать непросто. Мне кажется, ты вместо обеда покушаешь, пока доберешься до какао. Все, завершающие штрихи. У тебя перчатка? Есть. А вот зачем тюбик с бананом. Это у нас банановый топинг, да. Добрались до тюбика с бананом. Дома точно так же можно какао украсить взбитыми сливками. Продаются в баллонах практически в каждом магазине. Добавить маршмеллоу, какие-то печенья, возможно, карамель. Ну, в общем, кто что любит. По высоте кружки надо сделать, сверху еще слой. По высоте потолка надо сделать. Все ясно. Чтобы вошло в помещение. Ребят, спасибо вам большое. Спасибо. Согрели одним видом, одним вот процессом приготовления уже. Ого. Давайте я подержу, Роман. Напомни, кто был с нами. Лиза Шатура и Алексей Вязников, специалисты в области изгонения депрессии из организма с помощью вот этих великолепных напитков. Ну, понял? Далее у нас полезная информация. Это нельзя смотреть.